Еще больше котов потерянных. Посмотрите, какой кошмар. О нет, тысячечки. И что? Что? Это слишком просто. А в чем смысл? Опять нужно ответить на вопросы. Сколько крыс? Сколько крыс, я спрашиваю, в этой комнате у вас? Ну, привет. И у меня плохая новость. Мы с ребятами оказались в заточении огромной башни. О нет. Вам страшно? Да. Помогите. Итак, нам нужно выбраться из башни. А это что, это мышеловка? А, это F равно 1. В общем, это все, это быстро? Это первая комната минус? Я нажала. А, это, наверное, D равно 1. C равно 0. D равно 1. А, это как 1, 0. Мне просто единички нужны. 1, значит, нажать, 0 нажать. Хорошо, будем искать тогда. E 0. А1. А1, да, так, А1, да? Кажется, B1. B1, действительно. Б готово. И 1, 0. И 0, видимо. H1. Так, ага. Все. А как, где еще? А, все? Мы и не видели, или видели, и 0. И 0. Так, ребят, ошибочка вышла. А может, наоборот? Подожди, и 0, ты трогал ее? Нет, я не трогал. А как тогда понять? Давайте посмотрим, что нам говорят. Это тут купить. Вы что-то напакостили мне, полюбас. Может, наоборот, те, кто я один не... вниз, типа ты... Ты думаешь? Открываешь. Ну, когда ты тянешь за рычаг, ты же его сверху вниз тянешь. Хорошо, тогда давайте просто слева направо нажмем на каждый давайте рычаг. Давайте кто-нибудь один, потому что мы можем сейчас друг друга... Ну, нажимай. Вообще, мог Ульяне дать нажать на все рычаги. Так она ушла куда-то, зачем-то. А я что-то испугалась. Что? Это не работает. А как понять? А это как-то, может быть, двоичный код? Ну, у тебя два положения у рычага, поэтому можно и так сказать. Нет, имеется в виду что-то сложнее. А как тут? В смысле, это первая комната, почему так сложно? Непонятно. Вы хотите, чтобы мы заплатили секунда? 19 робоксов? Ну, спасибо. Может, мы просто не заметили одну буковку? Давайте еще. Так, Е у нас было 0? Е0, да. А, ну мы говорили только единички, правильно? Поэтому. Да, давайте говорить единички. F единичка, H единичка, B единичка, и D единичка. B единичка. И F единичка. Ну все правильно. G единичка, вы, блин, обалдели. Где G? А почему мы? Это ты не нажал? Это вы не сказали. Ой, я же сказал, вот такие вы. Ой, все, пока. Мы вообще-то общим делом занимаемся. Мы избегаем из башни. Что вы на видео сказали, а я не слышал просто. Да ладно, такое тоже бывает. Ура! Ура! Катана какая. Подождите, а куда он горит? Кому что? Он прям неправильно горит. Он горит. Он горит на самом деле. Нам нужен огнетушитель. Нам нужно потушить огонь. Слушайте, а у меня все в порядке. У тебя не горит огонь? Ну, он горит внутри вот там. Ну да, но тут дым. Да нет, ну выглядит так. Ну ты! Капец ты. Пока. А где он еще должен гореть? Вот? Пока. Нет, в смысле, куда дым выходит? Вот сюда, вот наверх. Нет, ну да, но имеется в виду, на улицу же, нет? Ну, у нас башня высокая, может, там вытяжка есть. Ладно. Допустим, ладно. Ну что же, нам нужно... Это что такое, ребус какой-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, Ульян, F плюс X перевернутая L. F, 1. Ты будешь готова? Что ты говоришь со мной? Каким образом? Давай, давай, иди в воде. Иду. 1. Подожди, я не видела, что там на ножике. 3, 4, 7. 3, 4, 7. Что-то не так. Что? Там плюсик. Так, давай еще раз. 1, 3, 4, 7, правильно? Ну да, 1, 3, 4, 7. Нет. 1, 1, 3, 6, 7. Прошу прощения. Оплошал. Отлично. Это у нас попался... Нам попался зашифрованный меч, который мы должны были расшифровать. Опа. Такие дела. Ура, второй этаж. Расшифровывать. В смысле, третий? Давайте, теперь вы, ваша очередь. Не, прошли второй этаж, там у нас бейджик. Да. О, нам тут подсказывают, говорят, что цвета это... Боже мой. Я нажала на клубничку, она исчезла. Ого. Под ней цифра 8. Цвета это цифры, я хотела сказать, да. Да. У меня там уже все в голове. Яблоки и еще что угодно. Ты нажимай там что-нибудь. Вон зелененькая, нажми, Ульян. Нажми. Зачем? А нажми. Нажми. Ха-ха.
Исчезла. Исчезла. Усы. А, вот это три. Усы. Ну, пойдет. Ну, в принципе, да. Так, книжечка, наверное, это красный. 9. Ну, все, получается, да, 4 у нас. Так, получается, 9. Ага. А где синенький? Вон он там в углу был. 9, 7. Усы. 3. 9, 7, 3, 8. 9, 7, 3, 8. 9, 7, 3, 8. Это лично. Ва, да? А где? Где? Вон там, нормально. Mm-hmm. А почему лесенки? Как-то не оригинально. Хотя бы дверь какая-нибудь бы появилась. Так мы же ну, лезем-то наверх. Ну да, ну не знаю, ну лифт. Хотя ладно, такое время, будто бы башня, лифт. Это сопоставимые вещи, ладно. Нам сказали, что нужно что-то активировать, вроде как. Это что? Это зелье какое-то надо приготовить или что? Ой, Ульян! Порядок, что такое? Я тут на камень нажала, а он в стену влез. Вот еще. А может быть нужно в каком-то порядке? Или там что-то произошло с ним? Не знаю. А, нет. Этот... Подожди. Вот еще один есть. Что случилось? Камни. И что? 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 Ты слишком прост. А вы что, зачем? Эти вот капсулы и все дела. На. Капец. Ясно. Просто затолкните как-то камни просто обратно, и все окей. Ага. Что такое? Угу. Ну, с другой стороны, как бы здесь уже зависит от силы. Насколько ты сильный. Как бы эти камни не всем по силам. Как много силы в моих словах. Так, что-то надо сделать с мечом, да? Так, а ну-ка, что написано? Ничего не понятно. Вот элементы. Тут сложнее. Огонь, вода, ветер, песок. Огонь, вода, ветер, песок. И что? И надо как-то это понять теперь. Вот, тут кружка, но кружка не нужна. Вот огонь, вода, ветер, песок. Это надо запомнить. Так, и что? А потом вот тут цифры. Вы знаете, как переводится слово «фордж»? Пожалуйста, скажите мне. Не важно. У меня почему-то важно. Что-то вот с камнями или типа с лавой. Ну, нам же нужно понять, что нужно сделать. Нужно сначала соединить? Взять... ну, смотри, вот тут ты читаешь. А, вот огонь. Ковать. А, смотри. Так, ну, огонь. С лавой вот. Близко. Ну, вот давайте это так, вы да. Выбрали, все, вот это запомнили, а вот здесь расшифровка дальше. А, так ты же можешь просто по символам же понять, нет? Ну, да, ну сначала огонь, это второй здесь символ, такая типа четверочка переп... А, ты подождите, сначала так она... цифры а в таком же порядке? А потом... В таком же порядке? А зачем нам тут ясно. Тогда... А зачем, вот, ребят, мы каждый раз усложняем, зачем, зачем-то все. Вам не кажется? А еще можно отдалить камеру и просто так посмотреть. А не прыгать через столики. Так, ну 2-7-3-4. Что у нас получается? 2-7-3-4, хорошо. Так, 2-7-3-4. Так да? И есть. Все это все, это все? Или нам еще надо? А сколько тут этажей вообще в этой вашей башне? Кстати, не знаю. Ну, смотря, когда она была произведена, наверное. О! Это все мы выиграли. Да. Ничего себе. А посложнее что-то у них есть? Ну, есть там еще одна игра, конечно. Пойдемте. Ну что, ребята, теперь мы с вами заперты в комнате. Ну, выглядит поинтереснее, а еще тут вот... Ну, кейсик. Вообще, да, мне тоже показалось, что сложнее должно быть кейсик. О! Мявкается. Это ты сделала? Или это он? Нет, я на него, получается... О, я печеньку нашла! О! А, тут написано, что... Короче, нужно жмакать на какие-то предметы, и это нам создаст... Так, это что такое? А2. Чего? Это нам создаст код. Вот, поэтому нам нужно жмакать на предметы. Ага. А как понять? О, яблочко. А почему тут еще и подсказка какая-то C7 написана? D4. Потому что, наверное, ну, A1 Apple. Книга. О, все. Cookie, book, diamond. Ну, потому что каждая, ну, первая буква. Ничего себе. А2. Получается 2. 9. 2-7, потом 2-7. Да, 2-7-9. А diamond это D, да, получается? Да, где он? Получается так. Надо найти. 4. А, ну, ладно. Пиши. Ура! Отлично! Ой! О, там все перевернутое. Аномалия какая-то. Потерялся кисик. Кстати, да. Ой, надо найти кисика. 3. Ой, такой прелестный кисик. А, троечка там. А ну-ка. А, как, сколько лапок у этого кота? У этого или у этого? То есть ты думаешь, что у котов
Да. На картине я имела в виду. У него вон там спрятаны все лапы. Это, кстати, первый вопрос. Кошачий вопрос. Первый ответ — это 4, значит. 4. А давайте сразу потом писать. Количество стульев. 2, 3, 4. Допустим. Далее. Сколько диванов? Да. 2 дивана. Да. И где-то номер в комнате, но я видела номер 3, но... Мы 3, так смешно бегаем к этому листочку, такие оп, вместе посмотрели. Да, работает! Разошлись. Да-да-да. Еще больше котов потерянных, посмотрите, какой кошмар. О нет, кисечечки. Ой, это какая-то задача вот эта вот. Очень много букв. Хорошо, что не на движение, спасибо, блин. Очень много букв. У человека 5 котов было, один ушел, 2 украли и еще 2 исчезли. Сколько, где коты? А как, подожди, их было 5, а ты сейчас 6 было... насчитал или нет? Да, во-первых, их 6, а они еще и где, непонятно. Очень интересно, конечно. А, вот, Ульян, Ульян, я нашла котов, они вот на лодке. Где? Вы посмотрите, так, а ну-ка. 5 котов. Получается, действительно, 5 котов. Значит, нам нужно слово «лодка». А вот еще получается... и одна лодка. О, 5, вижу. 1. Так, 1, 5, теперь 5. Буквочка А. 1, 5, 3 и Т. 1, 5, 3, 7. Ага. Отлично. А я думала, тут картины для красоты. Ну все, теперь нужно обращать внимание на каждую мелочь. Ага. Вот мелочь 5. Богатый молодой человек. 5? А что такое? Ну типа вот, на пятерочке, да. Тут надо куда-то стоять. Тут просто нужно нажать А, Б, С, Д. Опять нужно кликать на следующие, на любые предметы. О, так, Д, 8. А 3. На картину. Чай горячий пар идет. Ничего себе. Такая прелесть. Кликается картина. Вот Б. Ой. А, кликается? Да. Интересно. Так, 3, 4. Ой, ноутбук. С, 6. О. 6, 8. 3, 4, 6, 8. Я надеюсь, порядок такой. 3, 4, 6, 8. Ура! Спасибо. Так. Мы пришли в офис. И тут какой-то бардак. Опять. Он работал в 2 разных компаниях. Ему понравился первый. Так, первая компания ему понравилась, да? А, и нам нужно найти ключ. И он нам даст... А кто он? А, ну, наверное, игра. Ладно, нам нужно найти ключ. Ой, нашла ключ вот тут на столе. Ну, давай, бери. Ну, ты бери, вот, вот он там. Ну, ж, я, ну, что такое? Ну, так, ну, так будет интереснее. А где? А, вот. А, все. 3, 9, 7, 2. Прикол. 3, 9, 7, 2. Как будто к Ульяне сейчас подошли и за спину ее так потрясли, пока она говорила слово «прикол». Да, просто. Да, да. Ну что же, опять нужно ответить на вопросы. Сколько крыс? Сколько крыс, я спрашиваю, в этой комнате у вас? 3, 4, 5, 6. Хорошо, 6. Потом 5. Это, видимо, капсулы, да? Ну вот они. Тут 5? Даже подписано. Угу. А, очень интересно. А, эти вот штучки. Пьютеров. Хорошо. 3. И микроскопа 2. И микроскопов 2. Отлично. Нормально. Ну, просто, короче, посчитали и молодцы. Тут тоже полюбас на счёт. Найти, в общем, найти нам нужно цифры и в упадающем порядке. Смотри, смотри. Так. 1 лампа. Типа... 3 под столом. Так. А тут предметов, может, надо считать предметы. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 предметов. То есть 1, 1, да, наверное? Там еще 0 под столом, вот тут вот. 0, 1. Подожди. Ой, не, я не понимаю. А почему? Подождите. 0, 1, 3, 7, все, проходите. Слышь. Хорошо. Что творит? Ладно. Я просто подумала, что, ну, типа, в порядке. Не поняла, но хорошо. Так, ну что, теперь нужно опять рычаги эти. Куда-то покликать, или тут будут какие-то опять у нас секреты? Ну да, нам нужно найти расположение, то, как будут располагаться рычаги, как-то в комнате. Ну вот. Как? Что это? А! Ну да. 1-1-0-1-0-0-1-0. А можно еще? 1-1-0-1. Что? 0-0? Там код ходит, ага. 1-0-1. Готово. И что? О, окошечко. О! А! Нормально. 9-1. А зачем тут генератор поставили? Непонятно. Шлёпа! Это был шлёпа. Я думала, это тот чёрненький, который мяукал. Как-то крутит. Наверное. Всё. Да, он прячет пароль, написано. Где, на пузике? А как понять? Пожмакай. Не знаю. Но они нажимаются, но, видимо, они переворачиваются просто таким образом, нет? Может, нам надо вот этого большого перевернуть? Нет. А может быть... Оу!
вот он, 7-5-4-3. Я уж хотела вот этого. Я так и знала, что там есть какой-то подвох. Но я знала, я чувствовала. Вот подвох, у него ушек нету большого. Кстати, да. Найди и раздели цифру в книге на 21. Где книга? Вот, 42 в книге. 42 разделить на 21. Ну, интересно, так, подождите, и что? А, это одно, да, это одна цифра. Так, 2. А часы будут являться? Допустим, 2-2-6. Как-то мы, кажется, усложняем. По-моему, тут должно быть попроще все. Ага. А может быть, на этих картинах что-то есть? Опа-на! Так, 8. Обалдеть. Так, у нас получается в порядке возрастания цифры, если мы считаем часы, получается 2. 2 мы разделили, 2-2-6-8. Ага. Отлично! Работает. Музыка... важна, я согласна. Музыка — это код. Код — это музыка. Угу. Это имеется в виду по названию опять, допустим, арфа. А, Д, Е, Х, чего? Так, 3, 6. Ого. 3, 6. 7, 4. Ничего себе. Ура. Круто. Congratulations номер 2. Наконец-то, наконец-то. Слушайте, ну мы вообще молодцы. Конечно, да, но почему нас каждый раз в пустую комнату запускают, и будто это выигрыш какой-то. Ну, кстати, да, хотя бы конфетти там мама вбросили. Да, непонятно. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, нас сначала заперли в башне. Ага. Во-вторых, потом заперли в комнатах. И мы сбежали отовсюду. Я считаю, это огромный успех. Ты где? Хочет выйти. Ой, я пытаюсь выйти. Не получилось. У меня клаустрофобия начинается. Ну, мы сейчас выйдем обязательно из игры, потому что мы ее закончили. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.